В Ненецком округе подошла к завершению убойная кампания. На этой неделе забой закончит последняя бригада сельхозкооператива «Рассвет Севера». В этом сезоне хозяйственники заготовили порядка 1173 тонн оленины и перевыполнили план. Часть сырья пойдет на нужды Нарьянмарского мясокомбината. На днях был выполнен финальный грузовой рейс из Нижней Пёши в столицу Заполярья. Подробности прямо сейчас. Убойный пункт в Нижней Пёше был построен еще в 80-е годы прошлого столетия. Здесь на территории расположено помещение для убоя, кораль и холодильная установка финского производства. Кстати, здесь и хранят мясо. Пока работники убойного пункта туша за тушей загружают мясо, руководитель акционерного общества «Мясопродукты» инспектирует помещение, где проводится заготовка оленины. Здесь буквально на днях завершили забой. В деревянном здании холодно. Впрочем, оно и не удивительно. Убойный пункт был построен в 1982 году. Холодильные установки финской постройки, они очень хорошие. Но убойный пункт, он сам по себе деревянный. И это уже нижние вот эти венцы подгнили. Летом этого года здесь, а также на убойном пункте в Коткино, планируется капитальный ремонт. Обновят основное здание и кораль. Что же касается текущей кампании по заготовке оленины, на сегодняшний день она завершена в полном объеме. В этот сезон мы уже завершаем эксплуатацию тяжелого вертолета. Мы все объемы, которые нам нужно было перевести, это из Коткино. И с Нижней Пёши мы на сегодняшний день уже к завершению подходим. Я очень благодарен всему экипажу Ми-26. Это хорошая техника, очень. Летающими грузовиками мясо с убойных пунктов в столицу Заполярья доставляют уже на протяжении 15 лет. Ведь для перевозки оленины в промышленных объемах на крайнем севере воздушный вид транспорта – самый оптимальный вариант. Ми-26 на такие расстояния наиболее рентабельный вертолет, потому что он перевозит, скажем так, от 18 до 20 тонн мяса на расстояние, скажем, до 200 километров. В этом году мы выполнили 5 рейсов, перевезли, в общем, где-то около 100 тонн мяса. То, что не вывезли грузовыми вертолетами, доставят в столицу Ненецкого округа на Ми-8 и по зимникам. Ну а следом сырье пойдет на производство излюбленной горожанами мясной продукции. Алина Вучейская, Вадим Стасюк, телеканал «Север», Нижняя Пёша, Ненецкий округ.